Итак, дорогие друзья, мы сделали эксперимент, который мы хотели с грушей и, соответственно, с лебедкой. И вот сейчас вот так и получается. Она опускается у нас. Вау, Володя все сделал. Опустилась, а потом поднимается. На этом рынке будет еще 4 груши. А далее, наверное, мы по всему периметру то же самое сделаем. В общем, Ярополк развивается. Володя! Молодец!